Пила цепная Makita. Якорь, говорил. Вот стали он метром на щетке. Показывает больше 2 ом. Начинаем вращать и смотреть. Да якорь вроде живой. Ну что-то есть. Ну, коллектор был очень грязный. Щетки тоже, он видно, они залиты маслом. Проточил я этот коллектор. Но я не вижу дефекта тут никакого. Тут вот терло. Место, видите, подшипник-то нормальное, место разбито, что ли. В чем же, блядь, дело? И тот большущий, блядь. А ведь он, блядь, крутится не в ту сторону. Какой-то мудила открыл крышку. Ну тут так, такая конструкция, что, блядь. Сейчас поменяем вот эти вот. Будем поглядеть, что это Makita. А вот тут даже следы есть, блин. Под провода. Там, оказывается, должно быть вот так. Это как называется? Это вроде фирма же ведь. Ток нормально, искрение нормально, коллектор я проточил, конечно, но крутится теперь в нормальную, какую нужно, сторону. Это что это? Вредители или террористы? Или долбоебы? А?